Высшая награда. Здесь нет ни одного такого человека с этим орденом. Я вас уверяю. И президент Международной Федерации не имеет такого. Ну, конечно. Здесь специально для... Что-то я туда не пойду. Нет, мы не пойдем. Мы не пойдем. Мы не пойдем. Если вы мне сейчас скажете. А кто это? Это Лев Борисович Кофман, бывший председатель исполнительной дирекции Международных юношеских игр, потом председатель Москомспорта, потом член Олимпийского комитета. И сейчас он вернулся в родное объединение. Отлично. Зам генерального директора объединения. Отлично. Отлично. Мы его заснимем в полном порядке.